Айбазов. Айбазов представляет Северо-Кавказский федеральный округ, Карачаево-Черкесскую республику. Очень крепкий такой атлет Амирметов. И, знаете, так довольно-таки тяжело всем с ним бороться, но физическая сила, она дает определенные там отпечаток на рисунке даже поединка. Вот видно, как пробует сделать спортсмен своим кимоно атаку, потом Амирметов, но сложно это сделать, поскольку и контроль захвата есть, но, как я говорил, крепкое сложение не дает такой возможности соперника. Да, силовая манера борьбы, и мы в предыдущих схватках видели, что он пытается подавить силы и воспользоваться своими физическими качествами. Может быть, не очень сильно технически подготовлен, но физически, я думаю, что мало кому просто он технически... Вы знаете, часто спортсмены бывают, выходят на поединок и где-то сдерживают себя, зажимаются, да? И вот что превалирует во время поединка, это уже, наверное... идет чисто от психологического устоя, именно настроя на эту встречу. Возможно. Сейчас сделал захват за пояс, односторонний захват за пояс, и перестоял лишнюю секунду, и моментально его дали предупреждение Шида. Бросок через голову пробовал делать сейчас Амирметов. Получилось. Ну и вся борьба практически вот сейчас идет на захват. Как только коснулся двух захватов спортсмен в синем кимоно Айбазов, тут же срывает захват Амирметов и навязывает свою борьбу. Бросков пока нет. Бросок через бедро. Нет, не смог на зацеп перейти Амирметов. А тут же его соперник Айбазов пробовал делать бросок через грудь. Ну, да. Вот такое, активная борьба, и никто ничего не отставит. Скажем так, темпом и скоростью Айбазов переигрывает. Переигрывает. Но это ни о чем не говорит, надо 5 минут бороться. Согласен с вами. Амирметов, насколько я знаю, он всегда готов к этим 5 минутам. Но это дает такой серьезный темп, как вы уже говорили, что ракета может быть подавляющим силовым преимуществом. Но самое главное, чтобы были приемы, были броски. Все 5 минут может такое быть, да даже порой не хватает 5 минут, дополнительное время ребята заходят, что ищут вот эти моменты, как же все-таки провести атаку, сделать бросок. Сейчас попытка подхвата была со стороны спортсмена в синем кимоно, тут же подсад. Ну, вот то, что вы говорили, на скорости он с опережением работает. Опережает, он сбивает, опережает, Амирметов вроде подобрался, и вот уже... Амирметов вроде бы взял захват, а вот что-то застоялся, да, не уверен, видимо, в действии, или просто с опережением работает соперник Айбазов. Обозначает, опережает, вроде бы технику не делает, но тем самым не разрушает соперника. Ну, две позиции основные. Это разрушить полностью все преимущества соперника и предложить свой рисунок. Пока ни одного, ни другого спортсмена не получается предложить какие-то технические элементы. Вот попытки только начинает, сразу заканчивается. Срывается захват, либо уходит в сторону. Рустам, честно говоря, должен был бы как бы побыстрее использовать свои захваты, Очень долго он стоит в выбранных уже готовых хороших захватах. Сейчас хороший бросок через бедро мог бы получиться, да? Спортсмен Айбазов так четко подобрал, подкрался незаметно, может быть, да? Снизу, как многие специалисты говорят, с нижнего этажа, да? Ну, это, как правило, за пояс. Амирметов отлично делает подготовительную работу. Он выбирает захват, он берет, он нагружает партнера и дальше останавливается. Это непонятно, вроде бы тут надо создавать атаку и заканчивать схватку. А Амирметов почувствовал, Айбазов сейчас почувствовал, наверное, что вот комфортно все. Начинает его опережать. Пол схватки еще посмотрим. От плотной борьбы, конечно, и Айбазов может устать, вылезнуться может. Посмотрим. Во всяком случае, мне кажется, Амирметов так посвежее выглядит и уже практически на середину татами вышел для того, чтобы побыстрее коснуться захвата. Рисунок. Вот бросок через плечо. Отлично! Вот молодец. Все-таки да. угадали мы с вами, что да. Подавлял, не было приемов, но и собрался сделал. Да. Это тоже определенного рода тактика. Партнеры. Ну, во всяком случае, я не ожидал этого броска точно от него, ну и вы тоже. Мы сидели, смотрели, как бы другую технику вообще готовим.
переключился, перестроился и добился победы. Молодец. Победу одержал Амирметов Рустам, Уральский федеральный округ. Ну и следующая встреча готовится.